зима, крестьянин, торжествуя. Что он делал с кобылой? За хвост ее тянул? Это как раз то время, когда будет нам хорошо поговорить о любви. Я, конечно, нифига в этом не понимаю. Откуда у меня это понимать? Жены нет, любовницы нет, хвост облез. Тем не менее, если вы уже смотрите такого драка, как я, продолжим. Так вот, в моем понимании слово «любовь» – это в лучшем случае слово собирательное, в худшем случае слово со многими значениями, о которых люди обычно задумываются очень мало. А я один из тех людей, которые очень не люблю туманное мышление, или как это называется, блуждающее мышление, то есть когда люди думать не умеют. Ну, давайте посмотрим, что там есть. Ну, например, там, с чем вообще это связано. В моем понимании, вообще любая любовь, она связана с ощущением защищенности. То есть ребенок чувствует любовь от родителей, чувствует нежность и тепло, и чувствует, что все в его жизни хорошо. Или, скажем, там, я не знаю, два товарища влюбились в друг друга, и они чувствуют, вот, мой принц на голубом коне, или каком там, белом коне, а сам принц не окажется голубым, и будет меня защищать, я буду такая чудесная и распрекрасная, и нарожаю ему там миллион детей, и буду счастлива, ну, пока дети не станут тинейджерами, подростками, и не начнут хамить. Или любовь к Богу, ощущение, что Бог тебя любит, и Он тебя защитит, и все будет хорошо, и все будет прекрасно, ну, если ты не Иов. А тогда может случиться все не совсем так. А в моем понимании, любовь всегда связана вот с этим чувством защищенности. А что мы защищаем? Мы защищаем наше маленькое тело, наш маленький умишка, который не хочет обычно развиваться. Это хорошо или плохо? Ну, как вы, наверное, знаете обо мне, я обычно не люблю говорить такими категориями «хорошо или плохо». А все хорошо, и то, и другое. Но конкретно в этой ситуации, когда мы говорим о нашем уме, то есть о мыслеформах, которые пристали к нашей душе, то тут нам нужно понять концепцию понимания контроля. Мы все хотим быть в контролировать нашу жизнь. Я не имею в виду в отрицательном смысле, я имею в виду в положительном. То есть, например, даже если вы хотите какое-то там потрясающее прозрение духовное, то если оно придет слишком быстро, то у вас может крыша поехать из-за потери контроля. Поэтому люди делятся на разные категории. Те, которые любят быстрых ощущений, и те, которые хотят медленных ощущений. Люди, которые хотят меняться быстро, и люди, которые хотят меняться помедленнее. Мы все хотим, так сказать, я не знаю, вы вышли во двор и сели в свою машину, вы хотите, чтобы ваша машина завелась, потому что вам не нравится, когда машина не заводится. Вот я, например, у меня машина впереди, здесь страшный ветер, я гуляю по своему зимнему кругу, потому что у нас градусы 3-4 сейчас. Просто я умираю от счастья, что 2 ноября у нас здесь такое чудо произошло. Это самое... Кстати, через пару дней у нас опять будет температура ближе к 20, что совершенно потрясающе. Я уже, так сказать, свои шорты запаковал, а Боженька своей любовью или климатическими изменениями даст мне возможность погулять еще с голыми своими ногами. Так это, ну, это чувство контроля, когда вы приходите домой, и отопление работает, когда вы приходите на работу, и ваш босс
не дает вам какие-то идиотские задания. Когда вы, так сказать, гуляете в субботу или воскресенье, так сказать, вы себе не ломаете шею, не ломаете, так сказать, там, я не знаю, не вывихиваете ногу и так далее. Это, так сказать, в зависимости от вашего внутреннего понимания, это чувство контроля, оно будет основываться больше на внутренней силе, внутреннего состояния, нежели внешнего. Это зависит от человека. То есть люди, которые экстравертны, к коим я не особенно сильно отношусь, они, так сказать, им нужно иметь какую-то связь с другими людьми, какой-то, так сказать, внешний фон. И меня всегда поражает, когда я прихожу в какой-то ресторан, и там играет какая-то обычно дурацкая музыка. Вот, а я хочу кушать еду, а не слушать какую-то муру. Вот, потому что она меня отвлекает. Она отвлекает меня от мыслей и так далее. Есть люди, которым нужна вот эта стимуляция там, со стороны других, со стороны там, людей. Вот, это все о контроле. Как это связано с любовью? Впрямую. Наше желание, чтобы нас любили, и иногда, чтобы мы кого-то любили, это дает нам ощущение, что, ну, мы живем в защищенной ситуации, то есть мы имеем довольно хороший контроль над ситуацией, в которой мы живем. Вот. Значит, есть разные типы любви. Но есть просто привязанность. Я, например, когда уехал из Калифорнии, долго еще, годами смотрел на номера машин. Если они были из Калифорнии, то у меня, так сказать, сердце ёкивалось, как это называют, говорят по-русски. Что-то происходило в моем сердце. Мне было приятно смотреть на калифорнийские номера, потому что мне было хорошо в Калифорнии. По крайней мере, мне так казалось. Я чувствую привязанность к русской культуре. Это частично почему я вещаю на этом канале по-русски. Мы привязываемся к животным нашим. Это уже не совсем то, о чем я говорил о Калифорнии. Например, моя мама без ума от ее собаки. Почему? Ну, ей нравится, как эта собачка гавкает, как она кушает, как он это... мальчик, это самое, с ним гуляют, там, его расчесывают. То есть это привязанность к кому-то, о ком можно думать и заботиться. И насчет контроля. Собака значительно проще и лучше, чем человек, потому что человек, он имеет куда больше возможностей устроить вам проблемы. А собака в худшем случае может вас кусить. Вот. А человек может обидеть на всю жизнь, ну, может и убить, но мы так далеко не пойдем в нашем разговоре о любви. Есть любовь к вещам абстрактным, любовь к философии, любовь к музыке, любовь к концепции о Боге, ну, и, может быть, любовь к Богу тоже. И когда мы находимся на духовном пути, а это, в принципе, мой главный тезис этого моего повествования, то мы начинаем понимать, что есть разные виды любви. Я, наверное, пропустил 2, 3 или 5 и так далее. Ну, вот эти все привязанности, о чем там говорил, часто они являются гормональными делами. То есть, когда мы начинаем иметь наше половое созревание, то у нас появляются гормонально заключенные, как будет по-русски, гормонально вызванные разные рефлексы. То есть мы начинаем видеть в других людях потенциальных партнеров. Вот. И если мы не можем сразу, так сказать, с этими людьми прыгнуть в постель, то мы начинаем писать поэзии, заниматься там всякой дурацкой романтикой и не дурацкой.
Вот, и там появляется куча разных вдохновений. Но самое главное, что у нас появляется ощущение, что мы живы, что мы часть этого большого жизненного процесса, что немаловажно. Так вот, вот это ощущение, что, так сказать, мы живые, оно очень сильное, и оно связано с гормонами, оно связано с разными химикалиями, которые у нас выделяются в кровь, и у нас появляется ощущение, что мы, так сказать, такие все влюбленные и так далее, и так далее. Так вот, в результате духовного пути, если он сотворен правильно, то у нас будет, мы придем к ситуации, когда мы поймем, что есть гормональный процесс, который происходит от обычной животной природы, а есть другой процесс, когда мы начинаем ощущать, что внутри нас есть что-то особенное. Это душа. И мы ощущаем, что вот именно эта душа, которая нам дает вот это ощущение, что мы живые, что мы ощущаем, что мы в сознании. Вот. И в какой-то момент мы начинаем понимать, что все эти разные типы любви, они на самом деле не являются... Они косвенно являются, конечно, тем, что вызывает у нас ощущение, что мы живы, живы, но, с другой стороны, они заслоняют то ощущение живости, которое может произойти от осознания, что мы являемся прежде всего душами, душой, частичкой Бога, а не куском мяса, который умеет разговаривать на каком-то языке. А теперь поговорим об очень серьезной здесь детали. Дело в том, что вот это разделение, понимание, что абстрактное видение души, абстрактное понимание, что душа – это все, это невозможно вызвать интеллектуально-эмоциональным путем, даже если вы попытаетесь. И все религии пытаются сделать именно это. То есть вы идете в какой-то там храм, поете там какое-то песнопение, говорите какие-то слова, и они вас умиротворяют. И да, это вас немножко приближает к вашей душе. И да, это немножко помогает прочувствовать, что эта душа существует. Но пока сама душа не захочет вдохновиться, или лучше сказать, показать себя во всей красе, что у нас происходит, мы будем искать это ощущение божественной любви, это ощущение вообще вот этой защищенности, мы будем ее искать в других людях, в вещах, в мыслях, в концепциях и так далее. Вот. И почему я на эту тему начал говорить? Потому что, так сказать, вообще, так сказать, вся моя работа с людьми, особенно с людьми, которые хотят найти глубину, потому что они чувствуют, что без этого нельзя. Вот без этого разделения, без этого понимания у нас... Ну, мы будем просто болтунами. И... желательно... полтунами быть, не быть. Что же делать? Душа вам подскажет. И хвост вам распушистит. А мне нужно покушать, потому что я не соображаю от отсутствия еды. Всего вам. Интересно, здесь висит лиана. Природа повесила. Странно. Смотрите, что мы сейчас будем кушать. Овощи,
почти готовы. С пшеном. И, наверное, какой-нибудь сыр.